в общем, я сделал это все под музыку в ускоренном варианте, потому что сражение само по себе унылое. И еще из-за музыки меня будет банить YouTube. Так, убедим этого Хашкара, за него 3 очка обучения. С него падает Уризель, на который, да, необходимая сила 300. Урон 340, плюс урон магии 100 и защита от магии 20. Эликсир духа, дыхание смерти, какой-то там том, темный камень, символ избранного Белиара, излучает темную магическую энергию. Ну, наверное, по квесту где-то пригодится кусок жезла, адамант, крайне прочная по составу рудная порода, символ спящего и маска спящего. В этой маске заключена часть силы спящего злого демона, низвергнутого когда-то мной, излучает сильную темную ауру. Да, ну в общем вы поняли, как с ним драться, все что нужно, короче говоря, когда он призывает демонов, сначала в тупую бегаем, убиваем демонов, да, с ним даже не деремся, даже не пытаемся, что называется, как бы вот, с ним даже не деремся, даже не пытаемся, вот, убиваем демонов, да, а потом, короче говоря, уже просто валим этих скелетиков, которых он призывает, и потихоньку мочим его. Ну, где-то сколько? Где-то 5 волн получается, да, если я не сбился со счету. 5 волн он, получается, подлечивается, а потом уже, как видите, перестает, ты его просто в тупую забиваешь, да, и все. Ну, в принципе, простой босс. Да, в принципе, простой босс. Тут главное сначала, да, вынести этих демонов, и тогда босс очень даже простой на самом деле. Как бы вот, так вроде бы все мы собрали. Кстати, мне там еще братишка подсказал, что я один сундук провтыкал в храме спящего. Сейчас мы пойдемте его заберем. Да. Этот проклятый некромант сказал, что вновь призвал спящего в этот мир. Возможно ли такое? Поживем, увидим. Да, короче говоря, наверное, надо с Ксардосом поговорить или с кем. Кстати, по идее, мы же можем уже доложиться этому придурку, то, что мы храм спящего зачистили, да. И нужно нам еще в старую башню Ксардоса, получается, сбегать, потому что там какие-то сведения про этого шамана мы сможем получить. Хашгора, или как его там звать. Выпить пиво. И пожрать мясо надо еще. Кстати, один эликсир духа, получается, мы даже можем выпить, правильно? Потому что мутагента у нас только один. Так, а как вернуться где-то сюда, да? Ой... Я же с музыкой очень дебильный момент реально в игре. Я же вот нахуя, я же, причем ты же, ты включаешь ее в настройках, а она все равно тебя играет, блядь. Ну это пиздец реально лютый. И я же как бы проблема потом из-за этого, потому что я же авторских прав-то ведь нету, и YouTube из-за этого типа жалуется, ну блядь. И вообще нахуя, да, если человеку понадобится, он сам себе поставит какую-то музыку, когда будет играть, да, параллельно с игрой, да и все. Либо я жу, сделайте возможность, чтобы музыку можно было отрубить. Какого хуя нельзя отключить музыку в игре? Это пиздец. Просто то, что она очень сильно громко играет и реально аж подбешивает этим на самом деле. Кстати, у меня усталость уже очень высокая. Опять-таки, надо бы поспать. Да, вот здесь вот он сказал, какой-то сундук должен быть. Насколько я понял. Да, вот такой древний кованый. Блядь, это же опять, наверное, сейчас этот пиздоватизм будет с сундуком, да? Опять какой-то замок задротский, блядь. А нет, просто открывается, слава богу. 20 старинных монет, черный туман, эликсир силы, эликсир ловкости, кстати говоря, ребята. Чего, неплохо, да. Еще один эликсир ловкости мы пьем. Итого 343 у нас ловкость. Один эликсир духа мы пьем. Итого у нас мана 306. И пьем мы также один эликсир силы. Итого сила у нас уже ровно 100. Охеренно, охеренно. Да, провтыкал я, спасибо, братишка, то, что подсказал. Потому что реально провтыкал я, конечно, с этим сундучком. А сундук на самом деле хороший. Ой, кстати, вот тут, по идее, склад паладинов в Асгане можно было бы, по идее, обчистить с черным туманом, пройти туда, да, хотя тоже это не факт, что помогло бы, потому что, по-моему, ты когда какое-то действие делаешь, то действие перестает черного тумана работать, да. Поэтому, в принципе, тоже не факт, но, по идее, нам бы это помогло. Так, опять мы наваленные. Ну что, тогда я ставлю паузу и увидимся уже тогда в старой башне Ксардоса. Мы поищем там сведения, да, вот те вот самые сведения про того шамана. Потом, наверное, вернемся в город орков. Доложимся по поводу этой хрени. Я даже не знаю, как нам делать...
Ну, в принципе, в город орков возвращаться чисто ради этой хрени тоже не очень прикольно. Я уже думал, знаете, вернуться в город орков, когда мы и храм спящего сделаем, да, и сделаем самого спящего, потому что мы же до конца, получается, и не сделали дело, да. Спящий еще вроде бы как может воскреситься, я так понимаю, и плюс мы еще не ебанули этого шамана. Наверное, когда мы все это уже сделаем, тогда вернемся уже к орку, и я думаю, что тогда он уже наконец-то даст нам доступ в шахту орков. Поэтому сейчас мы идем в старую башню Ксардоса, там посмотрим, что она в дневнике напишет. И если что, возвращаемся в Харинес, просто к Ксардосу, заодно попродаем весь наш хлам. А, вот, план действий у меня какой-то такой, ребятки. Так, ребятки, вот мы у старой башни Ксардоса. Значит, нам тут надо что-то поискать, да? Тут, кстати, противники какие-нибудь будут сейчас? Блять. Этот ебаный темный странник. Сука. Ты заебал, блять. А, причем он, походу, с крыши упал, потому что он покоцанный был, видели, напиток ускорения. Забавный момент. О, у этого сенсей маны сера 3-4 золотых. Кстати, карма Инесса не сильно-то и выросла, да, у нас 58 сейчас карма. И тоже, опять-таки, маразм, потому что, смотрите, получается, что я так понимаю, то, что мы... Ой. Ну, хули говорить, да, придется заново убивать спящих, вернее, ищущих, потому что пиздоватая модификация, я об этом много раз уже говорил. Ты на автомате, блядь, нажимаешь, нахуй, дебилом этим ебаным, нахуй, сохрани игру. А они из-за того, что они дебилы ебаные, нахуй, сохраниться нельзя, и тебя еще автоматически при этом загружает, нахуй. Если честно, это бесит. Да, получается, какой пиздоватизм, просто смотрите. То есть ты, получается, я так понимаю, мы сейчас доложимся к Сарычу, да, там, то, что так-то и так-то. Что-то там узнаем, наверное. Потом будем же возвращаться по-любому в этот храм спящего. Ёбана в рот, блядь, их там хуево туча, ребята. Нихуя себе, блядь. Так, ёбаный призрак. Где ты? Да лук достань, сука, дебил. Сука, как я ненавижу этих ебаных, сука, призраков, блядь. Как у меня бесят эти ебаные выдауны, блядь, а. Какого хуй он так долго выносится? Это пиздец, да? Даже с супер луком он, блядь, 3 часа выносится, реально, блядь. Ёбнуться можно? Так, сохраниться же нельзя, да? Ну да. Ой. Серьезные ребята, блядь, эти ищущие. Ой, я смотрю. И хуй достанешь же, блядь, сука. Сука, толпа их там собралась, пиздец, а. Ёбнулся. Будем ждать, пока подлечимся, да. Да, и получается, тебе надо будет возвращаться в этот храм спящего, чтобы уже заебашить, я так понимаю, самого спящего, да? Ну, или что-то похожее сделать. То есть, блядь, да сделали бы даже, чтобы сразу, типа, надо было его ёбнуть. Тут нахуя мне, да, как долбоёбу, блядь, бегать по 100 раз? Сука, туда-сюда. Ну вы, сука, дебилы ёбаные просто, блядь. Да съебись ты нахуй, долбень ты ебаный, сука, ты долбень ебаный, блядь. Блядь, как меня харит, это модификация, ну сука, ну ебаная ты пиздульня, блядь, а не модификация, нахуй. Сука, случайно нажал правую кнопку, а потом ты хуй съебешься, потому что он стоит тупо еблом, щелкает, нахуй, ему ума не хватает съебаться, нахуй, сука, дебил ты ебаный, блядь. И вечная, блядь, болезнь разработчиков, нахуй, напихивать, блядь, любого противника по 2 миллиарда, нахуй, на 1 квадратный сантиметр, сука. Ну, блядь, дебилы вы ебаные, блядь, нахуя это делать? Нахуй вы засунули, блядь, в одну эту башню, блядь, 100-500 ищущих, блядь. Сука, пиздец, нахуй. Ёбаный в рот, блядь.
Да перейди ты, сука, Деган, ебаный, блядь. Сука, пух, блядь. Заебала меня эта хуйня ебаная, блять, сука, ну нахуй ты, сука, или сука, блять, сука, блять, как в это уебище можно играть, нахуй, еще хвалить, сука, что это нормальная модификация, вы реально ебанутые нахуй люди, что ли, блять, совсем, блять. Это, сука, не модификация, это кусок, сука, уёбища, нахуй. Давай, зависнем в воздухе, да, сука, еблан ты конченый, сука, блядь. Сука, бред ебаный, нахуй, блядь. Вот нахуя бывает этот пиздоватизм делать, что тебя сбивает с ног? Ну пускай он лечится, но нахуй с ног сбивать, сука. Блядь, потом он встает, зависает с этим луком в воздухе, нахуй. Потом ты должен спрятать лук, опять достать лук, чтобы он, нахуй, стал нормальным, сука, а не ДЦПшником ебаным, блядь. Блять, как это бесит, нахуй, просто пиздец. И этих, сука, ищущих туда запиздярили, хуй знает сколько. Сохраниться нельзя, блять, сука. Ну, блять, ну какой же это бред, ебаный. Я же, и сейчас я же, блять, не чтобы, ну сразу сделайте, чтобы подраться со спящим. Нахуй мне сейчас бегать в Харинис туда-сюда, блять. А потом опять возвращаться в храм спящего, пиздячить в самый конец этого храма, тратить минут 10 времени, чтобы туда добраться, блять, да, в самом этом храме. И ебашиться со спящим, а потом опять возвращаться с этого храма. Ну вы реально такие ебнутые. Ну, блять, ну сука, ну нахуй делать столько лишней беготни, я не понимаю, блять. Сука, может я какой-то не такой, блядь, да, вот всем это нравится, но я не понимаю, нахуй столько лишней беготни делать в игре, блядь. Где там еще один чемпер, сука, блядь? Хуемпер, блядь. Блядь, опять этот ебаный призрак, сука. Как ты заебал, нахуй. Ты один тут остался, хоть уебище, сука, ебаная. А хуй, блядь. Вот, блядь, ебана в рот. Там еще пиздец сколько, ребята, блядь. Блядь, ебнуться можно. Сколько они туда их напиздючили. Я ебу нахуй, блядь. Сука, я хуею без баяна, блядь. Сколько мы их ебнули уже, да? И сколько их там еще, блядь, сука, а? Пиздец, нахуй, блядь. Нахуя столько совать противников, блядь, в одно какое-то место? Ну нахуярьте их много, но, блядь, ну не в одну ж точку. Ну, сука, вы ебанутые реально, что ли, блядь? Я хуею, реально, просто хуею с этой модификацией, блядь. Пиздец, нахуй. Ёбнуться можно головой, когда ты в это играешь, потому что реально ты, блядь, шизофреником, нахуй, станешь, блядь. После прохождения этой ебатьни, блядь, да? Сука, запредельное количество бреда, нахуй, пиздец. Ну все, вроде мы всех ебанули, может даже сохранить. Блядь, нельзя сохраниться, блядь. Еще, сука, где-то остался, наверное. И как бы хуй поймешь, где он остался, а пока ты его не найдешь, не ебнешь, ты не сохранишься, да? Сейчас у меня игра вылетит, или меня кто-нибудь ебнет, и давай опять по новой все это делай, блядь. Ничего не найдено, блядь. А где же мне найти эти сведения? Он сказал, старый башник Сардоса. Наверное, на самом верху, я так понимаю, да? О, можно сохранить, слава богу. Наверное, да, наверное, на самом верху где-то. Сундуки мы эти же точно все пообыскивали. Мы всю эту хуйню проделывали, да. Да хуй вы до кого доберетесь, блядь. Вот он. Где ты, долбин, ебаный, блядь? Сука, охуеть, он на крышу вылез и оттуда пиздярит. Охуеть. Сука, ебаное говно, блядь. Давай, да, воскресись, блядь, сука. Блядь, это ж, сука, это ж какой бред, ебаный, а, блядь, сука. Все, мы его ебанули, нахуй, блядь. Даже обыскать сможем, блядь.
Сука, сука, ладно, я промолчу, реально, я заебался уже про это говорить. Так, магическая руда, книга. Ну, эта книга, наверное, есть то, что нам нужно, я так понимаю. Где она там, блядь? А, да, кстати, мы ж дыхание смерти. Интересно. А, вот, продолжение первой части рецепты. Серафис, черная жемчужина, огненный язык, аквамарин, жемчужина, вино, бальзам проведения, эликсир максимальной маны, вода, 15 бутылок. Так а что это вообще? Это чтобы сделать свиток дыхания смерти или а что? Потому что сверху написано дыхание смерти. Или это какое-то зелье себе сделать? Ну мы с ног хуй сделаем, потому что у меня нету этого вина. Да. А так весь прикол, что у нас даже все есть. Кроме вина, да. Ну и эликсира максимального. А, эликсир максимальной маны у нас тоже есть, да. И вода даже есть. То есть у нас все есть, кроме той хуйни. Ну ладно, нашли мы что-то там, да. А это что такое? А, это что, дневник, я понял. А вот, да, старый дневник Сардоса. Он, мне впадло эту залупу читать, что там в квесте говорится. Думаю, я нашел то, что искал. Судя по всему, Ксардос сам интересовался Хашгором. В особенности его интересовал один артефакт. Ритуальный нож верховного шамана, с помощью которого тот мог оживлять и подчинять себе Нахдумгара. Однако для начала мне предстоит отыскать Хашгора или то, что от него осталось, и забрать у него жертвенный нож. Интересно, кто же сможет ответить, где сейчас Хашгор? Ну, блять. Но нож же у меня есть, он как бы в сундуке в Харинисе, да? Так а что, я сейчас возьму нож и что потом делать? Не совсем понятно, если честно. Да. То есть с самим Ксардосом поговорить или куда? Наверное, надо, короче, забрать нож, потом либо с Ксардосом поговорить, либо вернуться в город орков и поговорить там с кем-нибудь, да? Тем же самым Уршаком или этим ебаным вождем. Да, я опять ставлю на паузу, и мы сейчас пойдем, короче говоря, в Харинис. Кстати, ребятушечки, вы представляете, игра-то у меня не вылетела. Хоть в чем-то радует сегодняшний выпуск, это то, что у меня не вылетает игра, пока что ни разу еще не вылетала. Так, что нам надо? Нам нужна, пожалуй, Ханна. Отдать ей шкатулки и драгоценные камни. Да. Ханна, хуянна. Блять, на продажу пустые шкатулки, 45 золотых. На продажу драгоценные камни, 750 золотых. Хорошо. Колбасы и сыры, свежеиспеченные хлеба и прохладные водицы. А, сука, надо кальян покурить. Потом нам нужен хальвор. Та же самая статуя Инноса еще нужна, пожалуй. Так, мана 307 есть. Фух, как я заебался, а. Блять, утомляет эта игра. Режу, я на этой игре реально заебываюсь сильно, блять. Пиздец, а. Так, а денег мне, наверное, не хватит, да? Еще, ну да, 1263, нам надо около 5000, чтобы регенерацию маны изучить. Я просто хочу ее уже реально выучить. И он попросил Иноса оставить часть своей силы в этом мире, чтобы так он мог вернуть ее человеку. Рейнар нам еще нужен, да, Рейнар еще. Что он там заберет, какое-то оружие не заберет. Потом нам нужен наш сундук, нам нужен хальвор. Да. Я могу помочь? Не можешь ты помочь, братишка. Ой, блядь. Так, есть вроде бы какое-то редкое оружие. А, у Ризель ни в коем случае. Черное сердце 500 золотых, да. Ну. Урезель нам просто еще хер его знает, вдруг он нам где-то по квесту понадобится, пускай лучше будет. Так, черное сердце мы отдали за 500 золотых. А нахуй я туда иду, что я делаю? Да, нам теперь надо к Хальвору. Хальвор, 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 еще. Да, сразу изучим внутри уже наконец-то эту регенерацию маны, потому что я думаю, все-таки нам это пригодится, навык неплохой. Так. Стрел у нас пока что хватает. Ну, наверное, все равно потом еще купим, да. Пускай лучше будет больше, чем меньше, правильно? Так, хальворчик, да. Родной. Золотые и серебряные вещи, 220 золотых я продаю.
Покажи мне свою рыбу. Я тебе же тоже кое-что могу продать, насколько я понимаю, да? А, например. Например, блядь. Дагвар, хашгар, боевой топор, тяжелый двуручник, длинная секира, утар хайзалупан, боевая булава, пиратская сабля, ржавый топор, молот и каменоносцы, или как они там, так это щиты мы ни в коем случае, это тоже ни в коем случае, и ловый лук продаем, болты продаем. Да. Хорошо. О, двойное ускорение. Давайте продадим. Я все равно этими эликсирами ведь не пользуюсь, реально. Да. Так, кольцо у меня какое-то было там. Хуевое. Да, вот кольцо жизни. 20 золотых оно даже стоит. Так, вот свитков у меня дохуя. Сильное ранение, уничтожение нежити, свет, легкое ранение, черный туман, лечить среднее ранение. Сон хай будет, вызов демона продаем, снежную стаю продаем. Так. Ой, блядь, тут вроде бы все уже надо, я так смотрю. Ну да, да. Тут уже больше ничего такого у нас не осталось. Хорошо. Теперь нам нужен наш сундук. А, еще, кстати, котел пригодится вполне. Да. Сейчас будем всякой рутиной заниматься, ребятки, да? Никуда не денешься. Так, блядь. Компот мы хуй сварим, правильно? Ну да. Супы, блядь. Все мясные грибы для супа. 11 супчиков, хорошо. Похлебку тоже хуй, наверное, сварим, да? Ну да, все, тогда хорошо, заканчивать. Заканчивать, говорю, блядь. Закончить, ёпты, блядь. Что это за слово такое, заканчивать, блядь, а? Сука, а? Блядь, да куда ты пиздуешь, братишка? Вот, сундук. Нам нужен ритуальный ебаный кинжал. Ищем его. Хуй найдешь, как обычно. Сука, ну почему вечно все хуй найдешь? Пиздец, нахуй. Так, вот, вот старая колотушка. Во-во, вот жертвенный кинжал Сотха. Вот он, мы его берем. Так, что мы можем выложить, кстати, в сундук, нахуй. Давайте выложим... Я думаю, можно выложить... Хотя эти древние орочи скрижали, на самом деле, даже хуй знает, да. Давайте это дыхание смерти выложим. Дневник выложим, да, это точно нам не понадобится. Давайте еще панцирь ползуна и мандибулу выложим. Мертвая плоть пускай уже будет на продажу у нас. Ну и все вроде бы как, да, все остальное нам уже... А, штаны рудокопа у нас еще же были, помните? Да, вот, штаны рудокопа тоже выкладываем. Точно не пригодятся нам. Все, все остальное уже пускай будет. Все, кинжал мы забрали. Хорошо. Теперь давайте к Сардасу. Сардас, Сардас, Сардас его, ёпты. Сейчас мы ему как продадим все эти, блядь, мечи проклятые, так он охуеет. Там на довары такие, блядь, попадет. Сука, на бешеные, блядь, а. Давай, подымайся, блядь, быстрее. Так. Фу, бля, мне блевать хочется. Меня, сука, тошнит уже от этого возвращения. Реально, сука, сейчас блевану, нахуй. А надо тазик где-то принести, наверное. Сука. Так, где-то мутагенные магические зелья, да. Вот, эликсир духа мутагенный, да, большой. Сделали, хорошо. Давайте сразу его ёбнем. Так, на 8 аж подымем ману. Итого мана 315. Нихуя себе, да, ребятки? Сказал я себе. Так, Ксардас, блядь. Хуярдас. Я... Проклятое оружие. Бля, на 2 с хуем тысячи, охуеть. Так. Я был в храме спящего. Да? И кто это был? Какой-то колдун. Колдун, блядь. Приблизительно так же, как и ты. Ну, я имею в виду одежду. И при нем был этот меч. Узнаешь? Уризель? Отлично. Он тебе еще не раз пригодится. Значит, некромант. Благодаря тебе... Белиар потерял еще одного верного слугу. Этот колдун, он смог стать избранным Белиара. Возможно, это открывает некоторые скрытые возможности для... Ну да ладно. Сейчас не об этом. У меня с собой есть маска спящего. Интересно, откуда она у тебя? Досталось от одного некроманта из храма орков. Ну-ка дай мне взглянуть на нее.
Вот, смотри. В ней ощущается присутствие темной магии. Очень злой и могущественный предмет. Уверен, что ее предыдущий хозяин расстался с ней не по доброй воле. Само собой. Но меня интересует другой вопрос. Могу ли я сам использовать ее? Ну, подчинить своей воле этот магический артефакт представляется мне вполне возможным. Правда, при этом часть его магической силы уйдет, и он уже будет не так эффективен, как сейчас. Однако даже тогда тебе понадобится обладать немалым могуществом, чтобы носить эту маску. Ну-ка, дай мне взглянуть на нее. Неважно, просто сделай это. Как скажешь. Подожди минутку. Так со спящим так и непонятно, но он мне сейчас сделает, а что дальше? Все. Благодарю. Странно, я что-то думал, что... Непонятно. Так, он мне маску какую-то дал. Маска спящего. А маны надо аж 500. А, ну и в принципе что? От рубящего 15, от дробящего 20, от колющего 10, от огня 25, от магии 25. Ну, вообще, хорошая штука, но это именно для мага, да, по сути. Потому что у него от физического урона плохая, конечно, защита. Ну и плюс у меня, наверное, никогда не будет 500 маны, да. То есть, как я там не буду задрачивать. Столько маны я, конечно, себе не набью. Поэтому, наверное, даже, знаете, давайте перезагрузимся сейчас, да. А при загрузке-то, ребятки, игра вылетела. Так что не зря бы, блядь. Паузу поставили, да. Так, значит, тебе оружие, так. За 2 косаря. Вот, маска спящего. Тогда давайте оставим ее, да. Тогда лучше оставь ее себе. Мудрое решение. Ну, 2000 опыта так получаем. Так просто мы получаем маску, с которой мы нихера не сделаем, правильно? Так, 2000 опыта, поэтому, в принципе, почему бы нет. Я же, мне только непонятно, а что делать дальше с этим? С квестом спящего, то есть нихуя непонятно, да. Ничего не объясняется, и это какой-то лютый... А, блядь, нихуя не хочу, я еще хочу Беляру помолиться, я забыл. То есть, да, вот я же, вот, блядь, к этой игре, ну, ты, модификация пиздоватая, то есть тебе ничего не объясняется, вот вижу, я вот захожу в дневник, в квест, и ничего не написано, то есть вот как догадаться, что тебе дальше делать, если не заходить на форум или, блядь, не спрашивать у кого-то, кто уже играл в эту игру, да? То есть пиздец какой-то лютый, реально. Так, ну все, денег нам уже хватит, теперь можно, короче, пойти у Ватраса обучиться этой хуйне, да? Да, сюда. Ну да, 6000 золотых, плюс еще у нас же череп дракона один остался, который мы со сговора выбили, я его что-то так и не продал. То есть да, вот как реально догадаться тебе, вот что тебе надо дальше делать, вот, блядь, ну пиздец, вот реально, ну, никак игра тебе не объясняет твои дальнейшие шаги. Пока. То есть, походу, мне либо надо идти к этому долбоебу, да, орку этому предводителю, да, либо че, хуй его знает. И с этим кинжалом Сотха тоже, блядь. Ну, кинжал я забрал, а что с ним делать, да, опять-таки. Кстати, кинжал такой точно, да, вот он у меня, жертвенный кинжал Сотха. То есть, по идее, с Уршаком, но я ж не знаю, где Уршак находится в городе орков, понимаете, в чем проблема, блядь. Он же теперь в городе орков, а я хуй знает, где именно он там, чтобы его найти. Да, особенному, вот, да, да, да. Вот, 20 очей обучения, 5000 золотых. Все, регенерации маны мы обучились, чуваки. Итого у нас 1299 золотых, ой, и 11 очей обучения. Ну, последний такой супер навык мы выучили. Я не знаю, может быть, он нам даже и не сильно-то нужен, да, но все-таки нужен. А, еще Уризель у меня как бы остался. Я даже не могу, кстати говоря, почему-то сказать к Сардосу, типа, братишка, сделай мне руну, да? То есть у меня только меч остался, а я им пользоваться ведь никогда не смогу, потому что мне силы не хватит, там, 300 сил, это ж пиздец. И поэтому тоже момент не совсем понятный, чего дальше. Так, вроде все мы сделали, правильно, что хотели в Харинисе. Ну да, тут больше реально заниматься нечем, то есть придется сейчас опять походу ставить паузу и телепортироваться теперь к городу орков, что ли, я даже не знаю, потому что что еще, да? То есть вся надежда только чисто на то, что возможно сейчас этот вождь мне что-нибудь скажет, либо
Уршака мы там где-нибудь найдем. И то, я же повторюсь, опять-таки, я хуй знает где искать этого Уршака, понимаете? И он нам что-нибудь подскажет. То есть, ну, стрел я покупать не буду, да, у меня и так их до хера, 835, я смысла не вижу, зелий тоже хватает. То есть с ресурсами у нас дела неплохи. Давайте ставлю паузу и телепортируюсь тогда в город орков, ребятки. Фух, ё, ну вот мы уже, блядь, какой сегодня заебистый выпуск, получается, бегаем же туда-сюда, как долбоебы, да, с одного конца, с одного, блядь, прикола в другой, с одной локации в другую, это дико заебывает. И получается, так игра и проходится, то есть куда от этого не деться, да? Даже хоть бы сейчас еще просто разъяснилась эта ситуация, что мне дальше с храмом спящего делать, что мне дальше делать с этим кинжалом. То есть хуй поймешь, да, в дневнике ничего не пишется. Может быть, я проебал то, что я того шамана Хашгора убил раньше времени? Потому что, типа, в дневнике написано так, как будто я его еще не убивал. Но я же его уже убил и кинжал замутил. То есть, и поэтому хуй поймешь, чего дальше делать. Блять, еще же я путаюсь все время в этом городе. Куда че пиздячить, сука. По-моему, влево, да. Вправо там ты, по-моему, в какую-то хуйню выходишь. Да, все вообще такие дороги, они типа как влево. Так, туда нам не надо. Там у нас получается только шахта. Хотя, да, опять-таки, как не надо. Я же не знаю, где теперь будет в натуре этот уршак находиться. Это реально проблема. Будем надеяться, что где-то возле этого вождя, хер его знает. Потому что на старом месте, я же так понимаю, его уже не будет, правильно? Он уже должен быть где-то здесь. Я не знаю, где именно он в городе. А что, если этот квест связан именно с ним, да? То есть именно он будет знать, что мне дальше делать с этим кинжалом, это ДТП, и т.п., блядь. В общем, заебало меня это возвращение, прям скажем. Но тут его нету, да. Так, я выяснил, как можно убить Нахдумгара. Я был в храме спящего и выяснил, как можно убить Нахдумгара. Вот, взгляни на этот предмет. Что это? Судя по древним записям, которые я отыскал в храме, этот кинжал орки использовали для принесения в жертву своих же собратьев. Однако жертвы предназначались не спящему, как они наивно полагали, а самому Нахдумгару, а точнее злому духу, который овладел разумом могущественного вождя. Именно поэтому Нахдумгар был взбешен тем, что орки отказались убивать друг друга, поскольку тогда бы он перестал получать необходимую для него жертвенную кровь. И этот кинжал, похоже, способен убить и Нахдумгара. Осталось лишь отыскать его и вонзить кинжал ему в сердце. Человек очень удивить Уртрала, что смог узнать все это. Если все оказаться так, как он и говорит, то оркам больше не стоит бояться Нахдумгара и его проклятия. Уртрал благодарит человек за помощь. Теперь он сам отправиться искать и убивать Нахдумгара. Могу ли я сам убить этого демона? Человек хочет сразиться с Нахдумгаром? Уртрал быть восхищенным смелостью человека. Человек должен... Я понимаю это. Хорошо. Поэтому... Он готов. Где мне его? Как Уртрал уже говорил, последний раз Нахдумгар. Угу. Блять, опять-таки, сука, а диалог про ту хуйню пропал. А, вот, да. Я уничтожил зло в храме спящего. Уртрал рад. Теперь, брат. Зачем? Храм быть. Поэтому, но думать, что то так, что человек принять. Спасибо. Так, он нам... Он нам дал меч какой-то орочий, да? Вот. Катурдах. Ну, херня. Урон, в принципе, неплохой, но силы надо аж 190. Ну и доспех орочий. Вот мы, собственно говоря, получили, да. Орочий доспех воина. Опять-таки, силы надо аж 200. И защита, в принципе, неплохая. Фух. Ну что, по крайней мере, теперь понятно, что нам делать дальше. Но опять-таки, блядь, не открывается проход в шахту. Во-первых, мне непонятно, что делать дальше с храмом спящего. То есть я с кем не поговорил, ничего не происходит.
То есть, что мне делать, чтобы там ёбнуть этого спящего, или что вообще дальше должно происходить, непонятно вообще нихуя. Это первое. Во-вторых, да, как наконец-то открыть этот проход ебучий, блядь, в шахту, это какой-то пиздец. То есть, возможно, только после того, как мы этого Намдунгара ебанем. Я так понял, что он находится там, где каменный дракон, да? То есть, блядь, ну вижу, нихуя не объясняется, нихуя непонятно. Но я так понимаю, да, что, наверное, там, где, короче, каменный дракон, надо пойти ёбнуть Намдунгара. Прийти сказать об этом этому долбоебу, и, наверное, тогда уже наконец-то он, сука, соблаговолит, блять, дать нам этот ебучий ключ, чтобы мы попали в эту шахту. Потому что, ну, если после этого он нам не даст ключ, то у меня либо какой-то бах, либо я хуй уже знаю, что еще надо сделать. Потому что мы уже все, мы уже из Галора ебнули, мы уже и храм спящего зачистили. Да, блять, и я уже хуй знает, что еще надо ему сделать, чтобы он наконец-то, блять, мне открыл эту шахту ебучую, блять, да? Ой. Ладно, ребят, да, давайте мы на этом будем наш выпуск заканчивать, а в следующем тогда уже отправимся в этот форт и будем искать этого Намдунгара. Кстати, тоже, наверное, будет лютый пиздец, потому что он, наверное, будет реально крутой, да? А у меня, блядь, одноручка ведь не сильно прокачана, а этот жертвенный кинжал Сотха, я так думаю, что не сильно будет уронить, да? Это, наверное, будет такое драчилово, надо будет его 3 часа пиздить этим кинжалом, блядь. И, ну, это тоже пиздец лютый, конечно. Но разве что, знаете, может быть, можно будет, типа, как схитрить, допустим, снести ему почти все ХП, да, обычным оружием. А потом уже добивать кинжалом, хер его знает, посмотрим, может быть, как-то так можно будет сделать. Ну, в общем, да, будем смотреть уже в следующем выпуске. Я вам, как всегда, благодарен за просмотр, за подписки, за лайки. До новых встреч, пока.